Коллеги, здравствуйте. Дмитрий Каждан вновь приветствует вас на своем канале. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что смотрите мои обзоры. Мне очень приятно. И сегодня мы продолжаем наш такой обзор глобальный по моим подаркам, которые я себе сделал на 23 февраля. Это машинки для стрижек и машинки для окантовки от Vevo Professional. В своем предыдущем обзоре я рассказывал, то есть, историю, почему я люблю эти машинки. Я вам вкратце напомню. Я работал данными машинками, именно окантовочными, но теперь я решил себе еще приобрести машинку именно для стрижки. Я никогда не стриг машинками для стрижек, потому что я всегда был сторонник ножниц, да, и в этот раз я, ну, не знаю, там, дань моде или то, что сейчас многие делают короткие мужские стрижки, там, убирают очень тщательно, коротко на нет, где машинка, в принципе, уже будет нужна, вот, и я решил попробовать себя в этом направлении, думаю, надо все-таки купить себе машинку и попробовать, как это было, потому что в свое время я тоже начинал с машинок стричь, и у меня навыки какие-то остались. Ну, в общем, надо было пробовать. И вот я решил себе сделать такой подарок и решил себе купить машинку от Vevo Professional Expert. Вот ее название. Давайте откроем, я вам покажу. Еще ее не открывал. Вот она также у нас выглядит как окантовочная. То есть у нас упаковочка такая же. Вот здесь мягкий такой. Наша подушечка такая вот мягкая, мы ее сразу убираем. Вот, ну и что мы видим? Мы видим саму машинку. Я с вами, собственно, первый раз открываю ее и будем вместе с вами разбирать. Это у нас вот такой, я так понимаю, зарядный блок, логотип компании Vevo Professional. Это что у нас? Это что у нас? А это я не знаю, что это у нас. Это, скорее всего, какая-то подставка для чего-то. Ладно, разберемся. Положим сюда, то есть сама машинка, как мы видим. Слушайте, ну очень-очень круто, очень-очень солидно, сразу вам могу сказать. Смотрите, как она здесь у нас прорезиненная такая основа. Слушайте, коллеги, ну очень-очень крутая машинка. О, кстати, работает, смотрите как. Ну, по мне достаточно тихо. Если же у кого-то машинки еще тише работают, напишите мне в комментариях, мне будет очень приятно послушать. Тут у нас, я так понимаю, будет вставляться зарядка. Смотрите, здесь у нас есть винт. Скорее всего, у нас здесь съемный, вот здесь аккум. То есть мы можем поменять его, потому что в окантовочной там не было такого винта. А здесь у нас есть. Значит, здесь можно точно заменить аккумулятор. Тут у нас регулировка. Да, регулировка. То есть, скорее всего, нож двигатель. Да, точно. Смотрите, то есть вот он, да. Видите, двигается. Слушайте, здорово, здорово, я очень-очень доволен. Слушайте, ну, блин, конечно, такая она тяжеленькая, сразу вам могу сказать. Нелегкая, убить даже можно. Вот. Слушайте, очень классно. Логотип, да, тут Vevo Professional Expert. Это у нас, я так понимаю, индикатор. Видите, горит. То есть, наверное, когда она будет разряжаться, когда у нас будет разряжаться, индикатор будет показывать, что она садится. Ага, очень-очень класс, вообще доволен, доволен, мне уже нравится. Так, поехали дальше. А, вот, смотрите, то есть устанавливается она вот так, судя по всему. Вот, смотрите, как вообще классно, да, смотрите, очень-очень здоровски. Так, поехали дальше, что у нас тут есть? Ага, инструкция наша по применению. Так, тут у нас, о, коллеги, смотрите, сколько у нас тут ножей. Вот это да. Тут у нас, смотрите, раз, нож, два, три, четыре. О, чуть ли не четыре или пять ножей. Пластмассовые такие ножи. Очень здорово, что... А, слушайте, смотрите, я понял. Это, оказывается, у нас подставка под ножи. Точно. Точно, точно. Это они у нас вот так, наверное, будут ставиться. И это все подставка для ножей. Вы представляете, да, насколько немцы продумали даже этот момент. То есть это немаловажно, что вот, я не знаю, конечно, вот как сейчас в других брендах, в других машинках. Ну, я, например, что-то не припоминаю, чтобы кто-то когда-то придумывал подставку для ножей, чтобы у вас вот здесь ножи стояли. Слушайте, очень здорово. Вот за это я люблю немцев. Так, что у нас тут дальше? О, щеточка. Щеточка для чистки машинки.
Ну и наша масса для машинки. То есть, ну, достаточно много. Я думаю, что на год точно должно хватить. Все так аккуратненько у нас, красивенько. Так, это что у нас? А, это у нас, наверное, тут зарядное устройство лежит в коробочке. Я так думаю. Так. Да, точно, зарядник. Смотрите. Смотрите, как все аккуратно, грамотно, красиво уложено. Вообще красота. Мне очень нравится. Вот люблю я Velo Professional, люблю немцев за их педантизм. Вот очень вот немцы, японцы, это вообще вот супер. Слушайте, коллеги, ну, я доволен своим подарком. Так, это у нас вот так убирается. Я очень доволен, еще раз повторюсь. Сейчас мы все положим обратно. Машиночку. Зарядник. Все, все очень красиво, все очень здорово. Так, инструкция. Смотрите, ну, блин, ну, красота, согласитесь, да, прям шикарный набор. Честно, я бы его даже вот, чтобы его не потерять, я бы, наверное, его, честно говоря, даже бы и на работу так брал. Но это, конечно, абсурд, наверное, не стоит его целую коробку тащить на работу. Но очень аккуратно, очень все грамотно лежит, красиво, блин, ну, красота. Вот. Ну, и закрываем нашу коробочку. Закрываем нашу коробочку. Вот такой обзор о моем последнем подарке, который я себе приобрел на 23 февраля. Коллеги, если у вас будут какие-то вопросы, или если у вас есть такая машинка, и вы можете что-то о ней мне рассказать, напишите мне комментарий под этим видео, как она вам нравится, не нравится. Я буду очень вам за это благодарен. Всем спасибо, с вами был Дмитрий Каждан. Всем точных стрижек, всем пока.